И поболеть, и помочь. Жительница Стерлитамака Алина Сатарова отправится на Кубок Конфедерации ФИФА. 8-й футбольный турнир среди национальных сборных принимает Россия. Алина Сатарова пойдет в Москву и во время матча будет выполнять функции стюарда. Это помощник болельщиков. Студентка сама является активной футбольной болельщицей, поэтому и решилась на конкурсный отбор волонтеров турнира. Самый сложный этап, по словам девушки, собеседование на английском языке. Алина успешно его выдержала, как и другие этапы отбора. Да, за футболом и за чемпионатом мира. Как только узнала, что проводится набор волонтеров, сразу же за интернет подавать заявку. Как бы очень надеялась, что все пройдет хорошо.